Как славно, празднично живем. Конгрессы, съезды, фестивали. Но вспомнить хочется о том, как мы когда-то начинали. Как наши деды в кандалах за убеждение, за веру этапом шли в Сибирь, в ГУЛАГ, на смерть, на пытки, на расстрелы. Как много дорогих нам лиц в стенах тюремных казематов, психиатрических больниц свой путь окончили когда-то. Дома молитвы под замком, общение тоже под запретом, но ночью шли, чтобы тайком читать из Нового Завета. Молитвенным был каждый дом, без кафедры и без эстрады, в собранье тесном дорогом там Бог дарил часы отрады. Как ловят листья ветра вздох, такую чуткость все имели. Во дни страданий и тревог там сострадать другим умели. Прошли года, ослаб режим, власть разрешила собираться. И каждый словно бы ожил, свободой стали наслаждаться. И хоть сидели в тесноте и в невысоких помещениях, но все ж в любви и простоте мы все склонялись на колени. Противники Христа не раз еще метали стрелы злости, зато друзья любили нас и ехали охотно в гости и приглашали нас к себе, благословениями делились. Мы так воспряли, что уже бояться мира разучились. Ведь хочешь — проповедуй, пой на площади, в театре, в парке, а хочешь — дом молитвы строй, а Библией дари подарки. Не ведал в камере мой дед, как книги эти упразднятся. Уютно стало нам везде, сонливость стала проявляться. Уют и сон всегда близки, и даже совесть спать согласна. Увы, как зыбкие пески, богатство и покой опасны. Когда без следствий и суда за веру забирали брата, то на устах сестер тогда была молитва, не помада. Когда отца под звон цепей везли на север скотовозы, то на ресницах дочерей не тушь была тогда, а слезы. Когда за проповедь твою тебя приводят к прокурору, тогда не рэп и рок поют, а слышат ангельские хоры. И если трепетно любя, Христом живут, горят им, дышат, тогда Иисус любит меня, на майках и носках не пишут. Когда судили лишь за то, что ты пресвитер к высшей мере, тогда был мир в церквях, никто так не боролся за портфели. Свобода розой расцвела, но в ней отраву дьявол прячет. Кто не забыл Христа слова, тот видит это все и плачет. А путь еще не завершен, и каждый это помнить должен. Мы начинали хорошо. Давайте хорошо продолжим.